В рамках проекта «Устойчивые города для низкоуглеродного развития» реализуется поддержка энергосервисных инициатив в городах Казахстана. Энергосервисные компании, владельцы объектов городской инфраструктуры, могут получить выгодное кредитование проектов по энергосбережению и снижению выбросов парниковых газов. Сумма кредитования не более 350 миллионов тенге. Ставка вознаграждения по кредиту до 19%. Размер субсидии фонда «Даму» 10% от ставки вознаграждения на срок 3 года. Подключайся. Фонд «Даму». Наша поддержка – ваше развитие.